Мэрия города приняла решение изменить организацию дорожного движения на съезде с Октябрьского моста, не доезжая перекрестка с улицы Рахия. Связано с тем, что сейчас многие водители, которые съезжают с моста, не перестраиваются вправо, и в связи с этим возникают аварийные ситуации, а также снижается пропускная способность этого участка. Мы хотим нанести дорожную разметку, которая должна вынудить водителей перестраиваться из правого ряда вправо, из среднего ряда также вправо, для того, чтобы, во-первых, снизить количество ДТП на данном участке и увеличить пропускную способность. Что касается этого участка, да, есть проблема с тем, что у нас все едут прямо, получается, мешают перестроиться вправо другим участникам дорожного движения. Вот мы хотим как-то попробовать сначала разметкой направить водителей наших именно в правильное русло. Если не поможет, то тогда будем разрабатывать другие меры, вплоть до установки комплексов фото-видеофиксации на данном участке.